Есть ощущение, что мы все движемся в правильном направлении. И мы еще раз убеждаемся в том, что реализация задач, которые поставлены в указах президента, она возможна только в партнерстве. В партнерстве бизнеса и власти, прежде всего, при поддержке гражданского общества. В этом мы убедились и на примере микрорайона вот, жилой застройки комплексной, в котором мы были, видели детский сад, который, собственно, сделан частным бизнесом, но приобретен муниципалитетом, государством в рамках государственной программы поддержки, так сказать, ликвидации очередности в детские сады. Эта история тоже про государственно-частное партнерство. И эти примеры, эти прецеденты, они создают абсолютно новую ткань, которая позволяет формировать атмосферу доверия в отношениях между институциями общественными, между людьми, гражданами, субъектами экономики, политики. Вот это самое ценное, что мы увидели в Чебоксарах и что пытаемся делать каждый в своих городах, и Пенза здесь не исключение.